Всем доброго времени суток. Меня зовут Люцис, и мы отправляемся на рейд базы плеера 8030. Я что-то такое уже помню. Скорее всего, это очередной читер, которого я уже рейдил. Ну, сейчас проверим. Не факт, конечно, но может быть. К тому же, если я точно не помню, значит, рейдил я его точно до обновления. Возможно, что-то доизменилось, как и с остальными базами, которые я уже встречал. Теми же, но лут немного измененный в ящиках. Да, это база читера. Да, да, да. Так, смотрим. Да, я это помню. Множество вот этих дверей. Да. Ого. Вот это гаечки, болты я бы забрал, на самом деле, мне. Короче, взрывать начинаем вот примерно отсюда, наверное. Здесь за стенкой должны быть стенды. Бам, я был прав. Но они пустые, так что слишком много не, на слишком много не надейтесь. Но это все же стенды. Обидно, что ничего не, нет на них. Это, я думаю, буферки. Здесь у нас сундуки, но мы их сейчас все откроем на изи. Раз сундук. Здесь можно открыть все, в принципе. Ну, не помню, какие были пустые, какие были с лутом. Сейчас откроем, увидим. Да, надо от тварей противных избавиться. Толстяк, умирай. Блин, забываю вечно модифицировать мачетку. Хоть урон несущественно прибавляется, но скорость заметна. 0-1 единица, но это заметно реально. Так, следующий ящик. Раз, два, три... 4. Раз, два, три, четыре. Раз. Так, ладно. Вот этих сначала убью. Давай. Даже как медленно. Отлично. О, как раз броня упала. Блин, это плохо. Тут еще третья волна сейчас придет же. И... Берем мою ВСС-очку и... Я жду вас. Бегут. Так, стреляем. Мимо, попал. Ай, застрял, попал. Да, все. Отлично. Ничего не сделаешь. Все, можно спокойно очистить. Начнем с зеленых ящиков. Классный зеленый ящик. Еще один классный зеленый ящик. Эмочка. Микросхема и красные талоны. А здесь у нас два движка. Древесина, аптеки. Применяем. Лишним не будет. Эх. Классный ящик. Ящик классный. Супер ящик. Пистолет, 9 стальных слитков, алюминий. Вот это топорик суперский. Мы заберем, это мы сюда положим. Телефончики, наверное, заберем. И кирочку. Ну, вот такой вот лут на этой базе. Но я хочу проверить одну теорию. Блин, а где я припарковался? Вот, правильно. Я хочу взорвать еще одну. Так, стоп, это не сюда. Это вот так. И вот это положим вот так. Вот так, да. Не, вот так надо. Надо хил. И вот так мы сделаем. Подчистим все. Сейчас проверю еще раз сундуки. Может, что-то пропустил, хотя навряд ли. Фишка у меня есть. Сейчас попробую взорвать одну стену из тех, которых я не считаю буферками. Возможно, там реально что-то есть.
Сейчас сделаем вот так. Хочу проверить. Требуется взрывчатка. Требуется взрывчатка. Ну, проверить можно. Так, это мы тоже заберем. Ну, здесь ничего. Здесь ничего. Ну, колесо. Вот эти 18 надо забрать еще. Вот это еще заберу. Алкоголь забрать, ладно, побухать чуть-чуть. Здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Ладно, взорву я вот эту вот тему. Да, видите, это буферка. Мне сейчас показалось ли рано, еще карантин не пришел. Ну, тут, в принципе, что это за рука? А, известняк. Да. Печально, 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 печальненько. Чоппер. То просто его поставил. У меня вообще никакого, никаких элементов есть, нету. И вы хотите мне сказать, что вот эта база может быть реального игрока? Да не в жизнь. Вот это металлический пол, вот эти металлические стены. Не-не. Это с трудом очень верится. Так, здесь у нас. Чего вот эту разобью еще? Я же тебя разбить не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас ударит мне по хп с ними. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, все. Эх, печально, конечно, база крутая, а лут не совсем крутой. У него даже станков, по-моему, там не было. Вот такой вот скудный, скромный лут наш лут нашел. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Пока-пока.